Юрий Гусаков переехал в новостройку на улицу Ускова пару месяцев назад. Все ему нравится, все по душе. Новый дом, квартира с ремонтом. Вот только дорога на работу в центр города отнимает немало времени, большая часть которого уходит на ожидание общественного транспорта и на путь до остановки. Ближайший транспорт ходит по улице Сиреневой, 47-я газель. И как она ходит? Ну, как она ходит, но не так, как хотелось бы. И да, этой Сиреневой тоже надо дойти, и много желающих, и практически приходится идти пешком до Попова улицы. А это порядка, ну, кто-то говорит, за 10 минут доходит, я пробовал, но вот начиная, выходя из квартиры и до остановки, вот спокойным шагом 30 минут. Улица Ускова упирается в Павловский тракт. С остановки «Аксиома» в центр краевой столицы можно уехать на 144-й маршрутке. Но она петляет по городу, говорят местные. 110-й, который здесь также останавливается, идет прямой дорогой. Но его надо ждать. Знаете, я там стоял вот из 5 раз, один раз я уехал. Необходимость развивать транспортное сообщение с районом новостроек понимают и в дорожном комитете. В его кабинетах сейчас разрабатываются различные варианты. Есть несколько предложений и продление 46-го маршрута и 47-го маршрута, изменение схемы движения маршрута 144-го. Также для того, чтобы, вот я сказал, что обеспечить социальную значимость маршрута, значит, рассматривается вопрос о запуске 10-го маршрута. Все точки над «и» расставит транспортная комиссия администрации города. Она состоится в конце ноября. Ей предстоит рассмотреть вопрос о запуске на Сергея Ускова необходимых автобусов. Алексей Янкин, Павел Лауранин, информационный канал «Город».